Вот Криштиану Роналду на тебя подписан в Инстаграме. Как у вас вообще общение проходит? Кто-то мне сказал, на тебя Криштиану подписался. Я говорю, это, думал, шутят что ли. Потом зашел к нему, смотрю, он подписался. И я говорю, давай напишем ему. Раз я ему написал, он резко ответил мне. И заобщались, он мне пишет, попроси Дану, говорит, чтобы он тебе дал на UFC 201, не знаю, почему он там написал, на UFC 201, чтобы ты подрался с Рафаэль Дос Аньесом. Я такой, я ему отправляю фотку, как я Дос Аньеса бью. Он так мне отправляет. Я говорю, ну, Рамадан, так что я буду драться только осенью. Я говорю, может, на UFC 205 в ноябре. Он пишет, постараюсь не пропустить твой бой. Я ему написал, давай, может, прилетишь в моем углу будешь. Он говорит, если у меня не будет. Ну, это чисто такая секретная информация была. Он мне сказал, что если он не будет занят, если игры не будет, что он прилетит.